Короче, Марти, возможно, четверка. Надо ее, блин, наказать. Вот, сейчас надо решить, кем. Блин, может, надо просто Бэй на меня кликнуть, если честно, кажется, ребят. Короче, не, как бы сказать, я ПТС Хантер, вот. Ну, кстати, сейчас будет практика на Бэйне против Сайленсера. Подумаем, что мы можем сделать. И посмотрим, получится ли у нас реализовать нашу какую-нибудь идею. Так, мне бы первым чуть-чуть идти, я же вижу, даю ночной. Опа, тихо-тихо-тихо. Сайленсер, Сайленсер, ночью. Так, килл оставить надо. Блин, никто не может добить. Блин, ну у меня не хватало урона, если что. У нас здесь почему-то не пошел это. Да за что? Go Void, what the fuck is this? О, Марси, ну-ка сюда, сюда, сейчас замедление, дротик будет. Вот этого мы точно убьем. Сюда. Что, маленький есть? Маленького нет. Это не есть хорошо, но и не критично. Так, воруем опыт по максимуму с фантомкой, потому что мы будем тут драться максимально с врагами. Сейчас ботинок подъедет, пойдем их разваливать. Все, сейчас на МС просто вообще задушим их всех. Он не попал. А у меня ботинок. Реально сбил, но ценой жизни. Давай, давай. Ладно, я добью. Так этот тоже умер. Да, чувачки, куда вы пришли, блин? Ну, давай подеремся, пожалуй. А, ну ладно, умираем быстро. Ничего страшного. Смотрите, решил умереть, потому что, во-первых, уже сместилась Марси, я уже не уходил. Во-вторых, у меня мало ресурсов было, правильно? Типа, что мне с такими ресурсами стоять на линии? Плюс я умер, потому что у меня был стрик. Если бы я не умирал и у меня был, сохранялся стрик, он бы был больше, больше, а рано или поздно я бы все равно умер. Рано или поздно. Соответственно, лучше умереть раньше и смешивать с риком, чем позже. Вот. Так, все, полетели мальтишки, надо платку ему купить, чтобы мы могли дальше тут напрягать врагов. О, так ты, брат, отъезжаешь. Он этого добьет, а мы еще этого сейчас попрыжили. Надо сейчас отойти ему, под вышку кинет. Хотя он как бы и не парится. Так, на фантомовочку напали мою. О, отъезжает, походу, бро. Нет, нет. Так, ладно, его надо засыпать пустую. Выживет на тычку. Хорошо. Этот задолжился страйк. За что? Да, понятно, найс урон. Короче, я думал, что не получится у них так меня убить, потому что я думал, сенсора тут нет. Он просто по ФК стоит. Жон раздражает, вы не представляете. Ладно, Марси без ульты. Врагам, союзникам теперь не так страшно на линии стоять. Ищите, манга, главное искать свои плюсы. Блин, ну. Блин, ну конечно. Такое, не знаю. Надо, мог попробовать слипом подсейвить его, да? Блин, ну как он хрона-то? Зачем? Ладно, ультану просто и все. А то там сейчас Сайленсер еще раз слипает его, он выживет. Душнилы, блин, враги.
Только не свяжись со мной. Ладно, Гримстрок, ты за это, конечно, умрешь. Дай стан. Спасибо. Это, блин, я не хотел стилить. Килгрим, килгрим. Окей. Я не успел второй нажать. Я просто второй не успел нажать. Писечку прям. Алло, команда-то где вообще? Прыжок. Не, конечно, дев-боты должны подразумевать. А, блин, ну это не драка, просто я не знаю, это, блин. Просто чтобы была, но это вообще капец. Короче, дев-боты должны подразумевать, конечно, чуть большее количество героев, а не два. Обидно, я второй прям писечку не успел нажать до глобала. Я могу ультануть, но я же играю против сенсора, не забывайте. Он мне просто нажмет глобал и ничего не получится. Кстати, хороший вопрос. Что я думаю купить против вражеского пика? Линза же тут не сказать, что прям... Ну, нет, ну линзу я все равно куплю, наверное. Вот прям маскап, мне кажется. Типа, блин, играть в какого-то жирного бейна я здесь вообще, думаю, нереально. Я просто куплю линзу, лотус. И буду пытаться как-то с липом подцепить из хрона там где-то под проказ, под катаклизм, да, что-то такое. Где-то еще что-то может такое вот. Вард поставил, слышно. Поможете, поможете, ребята, тут. Да я не знаю, просто нереально играть. Просто бесполезнейшая четверка Зевс. И в какой-то бустерный инвокер залетел. Против сенсора еще капец как тяжело играть. Да вот, что это такое, блин? Что это такое? Какая-то игра очень странная, я могу сказать. Снайпи дерет. Фантомке надо просто АПК кач. А она что-то с нами дерется. Да, у нас нет шанса вообще драку выиграть, блин. Пока нормально. Пока нормально, пока нормально. Ну понятно. Вар стоит, да? Я думал, я его еще поймаю. Ну ладно, вышло хорошо. Вышло хорошо, все равно. Фантомочку бы сейчас сюда, хотя не слишком мало хп, он бы ее убил еще после бастона. Да нет, не хорош, просто какая-то игра с вот такими вот ранками, видите? Это как, считайте, а вот у него ранг, то есть это считайте, ну как бустер как будто залетел. Ребят, ну сейчас бы дать грипп, когда ты играешь против сенсора. Если что, он даже глобал не нажимал, потому что наждал мой ульт. Ну, то есть понимаете, да? Бро, ты же не кустанешь. Ладно, пусть нажмет. Блять, это просто жесть. Как же не везет. Да он меня видел? Я не... Ну короче, бывает. Че я оправдываю? Просто бывает. Ошибся. Он хорошо сыграл. Все. Че я что-то придумал, правильно? Везде вот надо иногда переставать искать какие-то вот причины, какие-то вот оправдания. Надо просто уметь признавать ошибки. Да за что? Потому что умрёт, умрёшь. Эх, если ты просто нажал БКБ, бро. Он бы его убил, если БКБ нажал. Ладно, единственное, что я могу сказать, что Фантомка может победить. Вот все герои, кроме Вайда, для Фантомки фри, по сути. Вот, Войд с трансферой проблема. Надо что-то с Войдом придумать. Но я надеюсь, что я что-нибудь смогу с ним придумать. Точнее, мне надо вот линзу сейчас купить. А потом надо купить этот, ну, лотус, скорее всего. Чтобы, когда он нажал поставить хрона, я нажал на себя лотус, дал слип, катаклизм и все. Вот, надеяться как минимум на это. Но, возможно, на самом деле немного этот... О, иллюзия.
Иллюжен, иллюжен. На самом деле, возможно, не такой хитрый игрок, скажем так, и он не будет нажимать глобал во время хрона, думает, что будет ждать мой финсгрип. И тогда-то я и спасу. Так, нормально, пока нормально, наверное. А как так мы проиграли драку-то? Пока. А, где твоя реакция? Ну? Как мы драку проиграли? Я не понимаю. Кого мы прыгнули? Мы должны прыгнуть что? В Марсе? Нажать ДД? Или ДД не... А, нажать ДД с банки и разъебать. Нормально, нормально. Give me up. Let me kill him for free. Good. Нормально, все по плану. Nice. Я так и планировал, кстати, ребят. No stop. Ну, вроде это блин. Why you yulsim, bro? Hello? Как он выжил, блин? Why you yulsim on Zeus? Сейчас не то килворд. Ого. Ну, мы немного не готовы. Убили. Ладно, буду Марс держать. Она нереально за... А, ну этого Андис, тем более. ДД заслипать. Ладно, убегай. Разрулили вроде, опять же, как-то. Да, я говорю, на самом деле вообще там ботинок. Пока нормально. А, это надо попал. Окей, okay, guys, go, just go rush. Go to rush. We can take us free. If they come, we kill them. It's probably not up, but still. Опа. Блин, у него андис. Выжить. Но я выжил. Okay, go, 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 no chrono. Блин, ну и как тебя спасти, бля? Can we kill ward? Марс на ульт. Блин, надо капец как вард сломать. А, хотя... Изи. Если чё, это хусик с прошлым, ну, вы поняли, да? Я не знаю, как так вообще происходит, но у меня все тащат. Ну ладно, еще не выиграли, но Вокер там до сих пор потеет, нельзя расслабляться. Кстати, вот здесь мне нравится этот талант. Чувствую, что я слип могу покидать, пока оставать все дела. Убить сансера. Найс, можно утонуть, но у него есть байбек, скорее всего. Капец на воде просто. А, персонаж. Минус катаклизм, это хорошо. Так, ага, нормально. Ульта спала. Что теперь? You're alone, P. We're killing. Капец, пена. Наплюха. Опа. Не, походу, плохая ситуация возникает у нас. Grim dead.
Ноандис. Если честно, я мог чуть лучше кнопки нажать, но пойдет. Надо попробовать покушать. Хекс. Найс, да, убили, он байбекнулся. А до сих пор глобал есть. Байбекнулся на своем сайленсере, блин. Фракчер. Ха-ха-ха. Интересно. Ой, помесеры бегаем нормально тут. Как же лотос хорош. Сколько раз уже нажал. Ну нажми глобал, пожалуйста. Да не меня только. Баба. Он не ждет глобал, на что не так с ним? Где ты? Сюда, сосед. Капец, я все жду. Согласен, жалко паренька на глокере, он очень старался. Плотная капец катка получилась. Вот и Зевс заимпасил под конец уже. Ну блин, Зевс летит, имба.